Спасибо большое. Девочка, я за меня. Спасибо. И даже видно, что я там наболевал. Ну, не совсем. Ребят. Змін не буде. Ну, якісь тактичні вони обов'язково будуть, а в стратегії – ні. А повторюватись, який шлях, я думаю, недоцільно. Європейський вибір був і залишиться головною метою. Я ще раз хочу підчеркнути, я голосував за стабільність. І я не тільки голосував, я робив все, чтобы тот курс, который проводил сегодняшний президент, он не стал не прямой линией, так сказать, а зигзагами. Сегодня правительство сделало все для того, чтобы у нас в стране было спокойно. Прежде всего, это уровень социальной защиты, уровень заработной платы. Мы не видим сегодня оснований для того, чтобы украинский народ волновался. А политические решения, они сегодня должны решаться на избирательных участках. Я хочу, повторяю, жить в правильной стране, где есть честная власть, которую не боятся, которую уважают. Я действительно хочу жить в стране, где не преследуют журналистов. Я хочу жить в стране, где существует верховенство права. Верховенство прав человека, где существует верховенство закона, где существует честная судебная система. Я классный, у меня хорошее настроение, я убежден.